С 2020 года в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудыни введена новая региональная награда – почетный знак Тверской области «Слава отца». Его представили 21 января на заседании регионального правительства. Какие преимущества дают звание и как его получить? В репортаже Марии Шалавановой. 1 января 2020 года в Верхневолжье начала действовать новая региональная награда – почетный знак Тверской области «Слава отца». Его будут вручать за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций. Получить его могут папы, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке 5 и более детей. Ну, это, наверное, пример для других, как надо жить, как надо равняться, какая должна быть система ценностей. Потому что многодетная семья – это тверская традиция, это российская традиция. И говоря вообще о демографии, мы понимаем, что очень важно вообще отношение родителей и нашей молодежи к семейным устоям. Я уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное. У нас есть многодетные семьи, у нас есть молодежь. Я уверен, что все вы будете тоже поддерживать нашу, так сказать, позицию по улучшению демографии. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи. Награжденным знаком «Слава отца» предусмотрена единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей. Сегодня очень важно не просто многодетные семьи, а полноценные семьи, чтобы мы видим статистику и браки, и разводы. И все-таки мы считаем, что задача власти сегодня воспитывать такую положительную, позитивную тенденцию по укреплению семьи. Игорь Рудынь уточнил, что в будущем есть возможность увеличения суммы выплат отцам, а также ежемесячных выплат жительницам региона, которые награждены почетным знаком «Слава матери».